Номер 90. Девушка, 35 лет. Что обязана успеть девушка сделать к 35 годам? Ну, обнаженная фотосессия, прежде всего. И лучше несколько раз, пока самой не понравится, чтобы узнать и научиться любить свое тело. Второе. Переспать с ровесником, моложе мужчиной и старше, чтобы иметь представление. Поцеловать другую девушку можно и переспать, но не обязательно. Тоже, чтобы иметь собственное мнение. Четвертое. Минет, анал, ну и кунилингус, разумеется, чтобы знать, о чем речь. Вибраторы и прочие устройства можно и потом, после 35. Пятое. Пожить минимум 3 года с мужчиной в одной квартире и побывать в Париже. В Париже обязательно сходить на Мулен Руж или Крэзи Хорс, чтобы понять, каково это быть женщиной. Шестое. Прийти в гости к мужчине в плаще на голое тело, чтобы почувствовать страсть. Седьмое. Выйти в свет в платье с голой спиной или с глубоким декольте, или с разрезом аж-аж, или все вместе, и без нижнего белья, чтобы почувствовать, как разжечь страсть. Восьмое. Пожить в отеле, чтобы завтрак в постель, бассейн, чтобы узнать, что достойно любви. Девятое. Побывать на море, чтобы почувствовать то, откуда мы пришли. Десятое. Спеть песню, или нарисовать картину, или сочинить стих, эссе, или победить в конкурсе танцев, или любой другой вид творчества, чтобы понять, чего ты вообще стоишь. А знаете, почему это все нужно? Ну, чтобы это понимать, нужно было начинать учиться с 1 класса и учиться всему, чему можно было, вплоть до 35 лет, потому что после 35 уже некогда учиться, а нужно всем этим пользоваться, применять. Если толком применять нечего, то чем вы будете пользоваться? Правильно, вибратором. А эти 10 пунктов тоже своего рода учеба. Если сможете научиться быть женщиной, то потом сможете ее применять для счастливой жизни. А если не сможете или не успеете, то будете применять то, что получится. Ну, прочитайте еще раз все 10 пунктов. Без любви к своему телу, без собственного мнения, без страсти и любви. Про то, как научиться быть матерью, не говорю. Это отдельная тема. И она тоже идет параллельно. Еще нужно научиться быть человеком и личностью. Короче, забот много. А вот если лето красное пропело, то увы. Хотя можно послушаться маму или подружек, походить на развивающие семинары или курсы осознанности и убедить тебя в том, что ну вот такая я. И счастье поэтому у тебя такое. И жизнь. И мужчина, и дети, и вообще